Мы разбираем отходы вручную. Вот так вот нам прокомментировали ситуацию с контейнерами для раздельного сбора мусора представители компании, которая эти баки и устанавливала. Я напомню, в чем здесь проблема. В подмосковных Мытищах такие контейнеры установили, ну вот все как в Европе. Отдельное отверстие для пластика, для стекла, для бумаги. Но вот при этом на самом деле разделение отходов не происходит. Они все падают в одну емкость. Так вот, те, кто баки устанавливал, говорят, что в итоге все разбирают на мусорном комбинате сотрудники организации вручную. Зачем тогда нужны разные отверстия, непонятно. Но вот одно хорошо, что отходы в итоге все-таки сортируют.